Всем доброго дня! Сегодня хочу поделиться полезным и простым салатом. Особенно полезен он тем, кто на правильном питании. Для начала нам нужно нарезать один пучок листьев салата. Отправляем в посуду. Нарезаем половину болгарского перца. Два помидора, красную фасоль, нарезаем одну куриную грудку, выжимаем четверть лимона, и заправляем все это оливковым маслом. По желанию добавляем соль. Хорошо все перемешиваем, и салат готов. Не забудьте лайкнуть видео и подписаться на канал. До новых встреч!